Пацан Потом... с фамилией. Да, лом, бля, сейчас скажу нахуй. Этот самый... Первая, вторая Нет, пати блин. в звезде начинаете, блядь, хук и мордаунт еще там, остальные, блядь, в кружке начинаете. А, вот так, ну все. Да. А, я уже испугался нахуй. Это самое гайд нахуй, кто здесь не знает, кто забыл, третья пати с кружка начинаете. Вот эта метка хилов вообще, сука, туда никто не подходит, кроме хилов. Вот тут ромбик, сука, вообще никто не тусуется. И там дальше вон треугольник, там тусуется четвертая пати. Притон, Ляночка, Вадикон. Вадикон, ты как крутой самый, там, блядь, ты им показываешь, там, ну, на те звезда, вот. Короче, если не понимаете, локи, порталы, сова, на звезду смотришь, маг, блинк, нахуй, из гейзеров. Чек на пол. Все он ролл, нахуй. Все он ролл, нахуй. Да сюда, нахуй, фау. Прожу, ебаный урод. Да сюда, говорю. Да не особо член жуется. Бидона нету. Бидон. Сука, бидон. Ты в кружочке, на приколе, ты в кружочке. Этот, давай тронем без бидона, в принципе, он хил пятый. Он стоит где? Да что, да здесь где-то в коридоре, нахуй. Сдохнет, поебать. Возле Гаганаши. Похуй на него. Волонир этот, блядь, ебаный. Нахуй фармили, блядь, только не спрашивай. Вот это... Да, ебашим. Все как надо. Это... Вот сзади... Сзади ромбика еще немножко... Да, еще 5 метров назад, нахуй. Чтобы я выбегал там назад. Это кто там стоит? Посифешка. Жопа жирная, блядь. Да, еще назад. Можешь дальше назад? Чутка, ага, во, вот так, чтоб там был просвет. Гейзеры будут, сука, либо на миликах сейчас, либо на РДД. Уже милики съебались в шеренгу, в колонну, а то сейчас будет минус 5, нахуй, я вас... Я тебе сейчас ширинку... Вот, милики на вас, братья, нахуй. Смотрим, нахуй. Амидамару, ну тебе прощается. Ты нубас, нахуй, тебе прощается. Сбегитесь. В череп сбегаемся. Это настакал тебе, может, не сдохнешь. Вот захиливаем, все нормально. Это самое, смотрите, РДДшники. Будет обстрел скоро, сейчас буквально, через 3 секунды. И там будет с одного луча выйдете, и появится на вас гейзер. И вы выходите опять с другого луча. Вот смотрим внимательно. Кто сдохнет, тот пидор. Вот, с одного вышли, и хуяк гейзеры появились, хуяк вышли, блядь, со второго. Надо умереть. Опа, конфликт, ебать. Сотрясающий удар. Да, это мораль, по-моему, словил. Это максимальная залупа, блядь, такого не должно быть, нахуй, никогда. Ну, получается, минус мораль. А ты 100 грамм чего, нахуй, ёбнул, блядь? Я шоколадного молока. Я думал, шоколадного глаза сейчас скажу. Это же так этот, коньяк называешь, да? Это спокойно, милики, сейчас скоро гейзер у нас будут, нахуй. Мордаун, блядь, сдохнуть хочешь? Ой, блядь, я сейчас жить буду, нахуй. Тебе вообще повезло, что щитки тебе накидал, нахуй. Какие щитки, блядь, сам себя похилим. Это хилимся, нахуй. Гейзеры смотрим сейчас, милики. Были, нет, я что-то не да видел. Гейзеры уже были. Уже были, хорошо, еще РДД. Буду. Это, РДД продвинулись, сдвинулись вон в сторону звезды туда. Юля, выведи, бить милики. Бля, как же ты хуёво босса ставишь, это пизда. Ой, Юля, прожми, что, блядь, сало ставим, он нормально. Всё, пойдёт. РДДшники, скоро гейзеры у нас будут. Смотрим, не это, выбежать надо обязательно. Этот, милики, к нам не подходите, к РДДшникам. Уйди от меня, отойди, куда? Сука. Ну куда, я тоже тебя отойду. Не похуй. Туда, вот где там собака стоит, там ты должен стоять. Вот между звездой и собакой. Вот туда. А не ко мне, блядь. Видишь, я тут хапал, блядь. Я умру. Гейзеры, эти, поезда вышли. Ну, сука, мордаун, бомж, нахуй. Хули ты конфликт? Знаю, давай гимн на ХП теперь, блядь. Давай. Хули давай, блядь. Бомж, блядь. Полрейда убил. Чё, зависло, что ли? Ай, нормально. Хуя себе. Слава, у тебя повисло? Да ну уже повисло. Что, у тебя СС было или чуть не могу понять? Чё ты без дебафа? Як. Давайте обратно двигаемся. Обратно растянулись, блядь, нормально в полосу. И к нам, к решётке, сука, к ромбику не подходите, милики, нахуй. Добивайте эту пидорсию. Чё там, трилям осилите, нет? Ливную нахуй. Заново. Блядь, я тебе заново. Там точно 100 грамм какой-то хуйни. Консилятор, сдохни просто, иди сдохни. В пизду, не рискуй нахуй. О, нормально, вот так. Все правильно. Опа, Лашу захилим. Я говорю, он нюхнул что-то, блядь. Я не верю, что... Блин, он, наверное, коньяка с этим, с кофе выпил.
Наручный сном ха. Да это обычная, блядь. Бля, я не знаю, Лёх, вот эта чарка, кстати, на кольцо огня, ну, параша. Так, значит, жезл кому надо? Почему? Оно же без... Или так много ног? Не, ну, ты тратишь ГКД лишнее на это ебаное кольцо огня, а тебе намного профитнее будут вставлять. Так, запястье, тимон. Значит, с омоложением. Запястье с омоложением. Друиды, внимание, тихо, потом попиздите. Сейчас, блядь, ты шмотки разрулим, блядь. Запястье с омоложением. Бодикон будешь хитить? Омоложение. Будешь, да? Ну, у меня есть такие. А, блядь, хуёво. Синхан, твой триумф. Ярдру делай, ебать. Заломаныч, сейчас скорость есть, чарк? Ступни. Нет. Вот это что? Кольцо огня, перегрузка, блядь. Это кому надо вообще, вот эта хуйня? Я бокс. Это хуйня, чарка. Чарка говно. Ну, чарка, да, по-любому уезжает в бутиль. Ну, хули поделать. Ну, как-то для коллекции. Ну, Эли, Маршам. Хэпал, ну, я не знаю. Я бы вот чарку с хастрой бы взял бы вместо 320 этого ебаного. Бетон вроде делает, Элема. Я стелси дал, короче, еще у него возьмешь. Да. Вот это кожаное, что там? Лунный огонь, надо кому-то? Синхан. Да, я бы взял, но это дубль. Типа, если кому-то надо на мейн, то пусть забирают. Он Синхан жмет. Синхан, да? Вот, ура, пишет. Давай, ГЦ. Все, блядь, с гильдии ливнеш, сука, вычислю по IP. Ботинки без обуви уйдешь, понятно? Дай мне ботинки с хостой войс. Кожаные. Тебе надо? Да. У меня чарка типа говно 320. Можешь себе спиздить, нахуй. Дай сюда, нахуй. А что, у меня нету с хостой, нахуй? Давай сюда. У меня штаны с хостой, тебе повезло. У тебя штаны с хостой. У тебя там 3 пары штанов вообще, по-моему, валяется, блядь. Сука, 4, блядь. Раз... 4, нахуй. Первый плюс в рейд-чат, о, разбойника даю. Первый плюс в рейд-чат. Ну да, он нахуй. Блядь, он не пылится. Все, не можешь? На не центрального пошли. Джандис, давай в хила, в пятого. В шестого, или в какого, блядь? В пятого, в шестого, блядь. Перепутал уже. А все. Ты определись уже. Да, 10% АП нету. Нахуй 10% АП, давай в хила лучше. Шестого. Я пятый или шестой? Пол шестого. Все равно придется потом в Т5 чарку. Это хуёво, когда на пол шестого. О, холи дринк. Я понял, на что нужно. ЗС близко, что, давайте сосредоточились, блядь. Низкий канал. Алло? Ниже... Прыгни в Р10, пожалуйста. 15 минут, убьем быстренько и, блядь. Угу. Мне надо шмотки вот так. Мне тоже. Сука, там можешь шмотки. Блядь, Т5 заберу на все классы сегодня. Это самый... Нихуя ты, блядь. Ставлю рыбу. Короче, кто не знает тактику, тот нуб, нахуй. Смотрим на звезду, если чё. Так, ставлю отчёт. Подожди. Гера, короче, будет с пула. Вот. Гимн Шалфиру скажу. Мардаунт на свою усмотрение даешь, но когда дашь, скажешь. А Шалфир тебя попрошу, короче. Зергаем, короче, да? Да, зергаем. Ебать его мажет, нахуй, это пиздец. Ты, короче, частицу держи на вилаш, я на себе буду держать, чтобы себя не проебать, блять. Заломаныч на дыхании 2 цепухи даешь. Локи знаете, да, с вас себя подхилишь. Вот. Короче, давай проверка. С черного пола выходить, бублики от босса относить, и в бублики по команде заходить. Вот и вся тактика. Даю отчет. Спасибо, Слава. Простимулируй как-нибудь хантов, чтобы они ММО делали. У нас нет 10% хапа времени. Витя, по-моему, делает, да, ММО? Там нужно ему сидеть, это хуя. Вот и все. Че? Ну, сердоли нужны, перебиться. Ты про ММО ханта? Что-то мне кажется... Два куска делал, что ли? Это дыхание 3 секунды, 5 секунд, 2 секунды. Короче, дыхание 2 секунды, нахуй. Сейчас будет уже. Вот прям сейчас будет, сука. Вот дыхание. С черного пола выходим. Выходим, выходим, выходим. Ну, сука. А он АФК стоял просто. Да? Ну, в смысле, на полу стоял АФК. Джандис, ты тут нет? Просто. Плюс они что-то. Бля, пиздец, без 10% АП, да, АП, ДПС ущербный, пиздец. Ёбаный ты козёл, нахуй. Не смеши меня, нахуй. Ну, не знаю, ты, походу, там нюханул, блядь, 100 грамм какой-то. Нюханул, блядь, просто... Как сейчас бублики будут?
Я вкинулся просто. Короче, смотри. Этот самый. С бублики вынесли. Вынесли бублики. Кто там? Инвизибл. Смотри, будет дыхание сейчас, Шелфир. На него будешь с бублика вышли. И встали возле бубликов недалеко. Вот готовь. Сейчас дыхание перед заходом будет. Самое хуевое вообще дыхание. Вот, Шалфир, вот это давай. Гимн ХП. Считай. Блять, а как КД? Молдаун, читай, сука, быстрей. КД. Какой? Вы че, ебанулись нахуй? Где вы его сдали? Я заходим. Суки. Заходим, заходим в эту хуйню. Тучка, кстати, сейвит от этого взрыва. Ну, сука, лямда, бейте нахуй, сейчас я похилю там кого-нибудь. Бомжи, блядь, с черного пола-то выйдите. Пиздец, кринж нахуй. Ура, блядь. Unroll нахуй. Брасы. Да забираю. Я, сука, не могу их выбить уже 3 недели. Все, забрал твои запы. Забирай. Ты даже не расстроился? Нет. Так, штаны, нихуя, этот самый. Смотри, какие штаны мне выпали, блядь. Еще одни штаны, что ли, блядь? Ты что, прикалываешься, блядь? Я не знаю, я за этими штанами на своем хапале 2 месяца ходил, они не падали. Это что тебе, блядь, силы атаки надо? Или про что ты говоришь? А, ты про вторые говоришь? А вот эти силы атаки кому надо? И мутабрасы нужны воину. Я так понимаю. А это да, что? Там... А, это плечо, ну, ебаный, блядь. Да, плечо, да. Надо кому-то, ну, вот это обоссанное? Не, ну, чарка бисовая на ДК, чумная метка, блядь, вообще ебать. Не, блядь, если... плечо есть вот никому? Это вот, это со силой атаки, блядь. Ретрико можно, ретрико. Говно. Ретрико? На, короче, забери. Там чарку нахуй можно. Грудак, быть. Грудак с хастой. Дух хаст и еще дополнительный хаст, нахуй. Дух хаст! Дух хаст! Я только хотел это пиздануть. Где фраг? На распыл можно? Абдымах ты нахуй. Кого нахуй? Че, не знаешь, как переводится? Нет. Абдымах? Пизда рулю. Пизда рулю. Я не уверен, что это так переводится. Я тоже не уверен. Авторский перевод. Все, не доебывайтесь. Гоблинский или славянский? Это с немецкого. Немецкого? Вы мне скажите, это у кого там такой ник интересный, блядь, один? Кого? Где? Ну, с твоей аватаркой причем. Слава пиздам. А, я знаю, я понял, кто это, блядь. Я расшифрился, блядь. Я сначала думаю, какого хуя мне, блядь, Void в PM, блядь, в Дискорде пишет, блядь. Ясно, блядь. Мне кажется, это непростительная, блядь, погрешность, нахуй. Прогрешность. Не, прогрешность, блядь. Даня, так, хорош. Этот самый... Надо, наверное, этому отдать, да? Морали, раз там чарка. Конечно. Давай морали. Не, ну это уже перебор, который все, блядь. Блядь, не, ну это было хорошо. Вы там закроете сегодня? Да, блядь, уже почти, нахуй. Уже, да вот, блядь. Гаганаш остался. Мне тут, подожди, я триньку заряжу, нахуй. Сейчас, блядь, 2 стака, нахуй. Может, отсюда зап мне все-таки упаду? Интересно. Может, не, мне нужен хостовый пояс кожаный. Ладно, ТТГ-10 так, еще собираю. Тактика, короче, спиной к боссу, поворачиваться по команде. Отбегать зеленый круг под боссом, милики отбегают. Бля, череп крест есть, над головой. Спрятать. Череп крест над головой. Этот самый. Выносим к стене, нахуй. Дает что? К боссу спину не поворачивайтесь, а тот жарит. Я понял, осуждаю. Немножко оттяни туда. Да что-то сюда. Ты Лёха шутник. Так, господи. Шура Амидамару вынесли. Вынес Амидамару. Ты ж Мардаун, ты ждешь, чтоб тебя кто-нибудь отжарил, блядь. Диспелим нахуй. Это либо. Диспелить, я нихуя не знаю. Повернулись. Да, отвернулись. Вот Амидамару не отвернулся. Ты, сука, тут первый раз, что ли? Нет, не завтыкал. Так не втыкай. Стелси вставалку. Он АФК, нахуй. Или нет? А кто отошел? Не он? Ну куда ушел? Ты тело покинул? Зачем? Мы, блядь, 4 хила остались теперь. Я в ахуе.
Стелси, зачем? Блядь. Мэтт Фокс вынес. Этот, Шалфир, диспель. Повернулись. Этим самым. Потому что мне нахапали это делать, я хпс проебуду хуя. Так у нас ДЦ еще есть. Ну и хули блядь, ДЦ, блядь. У нас сейчас 4 хила. Давай диспель, блядь, иначе мы проебем сейчас рейд. Для Аночка и Рога. Я... У меня на шамане Вуду не настроено нихуя вообще. Я не надо похуй ДПС, я под диспелью соло. Ставь, ребята, ставь тотем, бидон. Давай мордаунт на ману. Повернулись. Шреддер. И Рога. Я диспелью хуй делать. Ебать я ювелирный линкодопад. Ты щитов больше кидай нахуй, чтоб щиты были по максимуму. Шалфир подиспелит, Лингрен там поможет, блядь. Вы можете влево выносить, влево метки пропали. Диспелитесь людей, иначе их убьют. Он усиливается. Заломат. Я влево. Урген. Синхан, бидон, уиннер. Вадикон тоже бидону залей. Отвернулись. Отвернулись, отбежали, повернулись. Когда Рэл скажет, разворачиваемся жопой. Да не делаемся жопой об эту огромную, блядь, ящерицу. Так. Нет, неправда, к мордаунту, блядь, а там дальше мы знаем. Не-не-не, нахуй, такое не буду делать. К мордаунту нельзя поворачиваться спиной. Это просто не видел, какие он видео скидывает, так что к нему нельзя. Повернулись. Там уздечка в опасности. Синхан, как дела? Синхан. Диспелил нахуй сам в страхе. Хуёво. Хуёво, когда в страхе. Нельзя там быть в будет... страхе. Жужик так будет и... зудеть и кровоточить. Ингрис, диспель себя, что-то далеко от тебя не стоим, блядь. Это если повезет, что будет только зудеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, как ты, как пятачок нахуй этот, ёбаный, блядь. Ой-ой-ой. Вообще-то ты был Винни-Пух, ничего, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как ну, да, он в жопу да, стрелял, да, это, блядь, пятачок нахуй. Да его нет, заслушал, блядь, когда он застрял, ёбушка. Он даун, дубле, он не даун, он просто застрял. Он в норе застрял. Я зап сегодня, охуенно. Говнище. Сейчас на меня чем-то упало. Он застрял. Что-то на шаму дохуя надропало. Слушай, и дропать все на Эршаму, блядь. Да, это для тебя заломать. Чё, блядь, хилишь нахуй? Это надо? Да, я распылю. Распылся. На распыл, да. На приколе будешь, на приколе. А, потом... Кинь тебе. Так. Тут нет, там уже металлика. 320 кольчуга. Заманыч, ну твой триумф, короче, ну хилить пора уже. Да какой, да не буду. Что это? 1600 здоровья. Опа, вот это надо нахуй. Вот это я буду восстанавливать, ебать, здоровье себе. Просто пойду и буду восстанавливать. Это же топовая хуня, да? Ну когда-нибудь там в тебе. Да, Слава, да. Выглядит на хуйня. Бидон, что, тебе эта чарка на Эршама нужна или чё? Хоста, МП5, хоста. А, держи. Взломаныч, на тебе, блядь, на хила нахуй. Будешь мне еще грудак дали. Сюда нахуй. Омоложение, голова, короче. Кстати, топовая хуйня. То, что тоже на распыл заберу, сейчас иду. Давай, Вадикон, надо тебе? Вот, да давай, нет. Синхан, будешь хила, короче, делать. Делай хила, будешь всегда в рейд попадать. А так. А теперь собирать будем. Присоедините, кто там на замене был. Да, так-то мы сохни уважаем сильно. Но нужны отрушники. Давайте-ка Триси ЕП или нет? У тебя не связан маг? Ну, ты вот так пишешь, нахуй, тебе вообще желания нету давать, типа, за такую писанину. Кринж будет, если ты так будешь продолжать. Ну, типа, я тебя сколько уже предупреждаю, мне все похуй. А что это, блядь? Что ты вообще делал? Ты рехила спи, блядь, что ли, идти делать? Чтоб ты так не делал? Да тебя выебать мало, чтоб ты так не делал, нахуй. Не знаю, что с тобой надо делать, нахуй. Чтоб ты так не делал, ну, конечно, не поможет, ебать. Слышишь? Так ты вон Вите позвони, он как раз там Вите, в одном доме от него. Вите. На туре, блять, кстати, нихуя. Амбала найму, нахуй. Амбала найму, человек. Просто воронку дашь ему, и все нормально будет. Твои действия — это последствия твоей больной башки, блять, а не моего поведения. И убьюся.
Так, мужики, вы мне сказали, чарка на меткой скрит на ботинке, она продается? Не помню. На ботинке? Это ты говоришь? Мои 10, это последнее. Там чарка, да. Инчан, да, она продается? Конечно, да? Ну, блядь, на аукцион зайди и купи себе. Ты это мне за этого магика накинул. Этот самый, блядь. Там же обычка должна быть. Да, ну летим нахуй. Не менялась же сложность, надеюсь. Героический стоит. Ты не менял ГМ. Ну-ка попробуй. Так и не будет. Обычно, ну, героический не будет. Сейчас, Свято, сейчас. Чё-то не понял, нахуй, нахуй. Не протонуться отсюда, что ли? Блядь, это панели мало. Что вы туда пихаете? Что? Да, Катрисия, блядь. Таких.